Бегуновский. Лук в нашей стране пользуется немалой популярностью, и это вполне оправдано тем, что наши хозяйки используют его практически для всех блюд, чтобы придать им больше вкуса, иногда остроты, иногда сладости. Вкус вкусом, но и о пользе забывать не стоит. Лук убивает болезнетворные бактерии благодаря содержащимся в нем особым веществам – фитонцидам. Именно поэтому культура имеет такой запах и острый вкус. О целебных свойствах лука известно давно. Недаром в народе говорят, что лук от семи недуг. Но столько сортов, и как выбрать тот самый, чтобы и польза от него была, и урожай порадовал? Округлая луковица с желтой наружной чешуей сорта Стригуновский – это универсальный вариант. Этот лук острый, хорошо хранится, но самое главное, что он надежный. Сорт Стригуновский – это старый, проверенный временем сорт. Из семян, предлагаемых нашим магазинам, можно вырастить сивок, а после уже товарные луковицы. Отметим, что сивок также отлично хранится до самой весны. А далее раздолье для фантазии – выгонка в перо, сушка или консервирование.